Узнать сумму средств материнского капитала можно дистанционно. Пенсионный фонд обновил электронный сервис, позволяющий гражданам дистанционно узнать сумму средств материнского капитала или его оставшейся части. Ранее аналогичный сервис назывался «Получить информацию о размере материнского капитала». Чтобы получить сведения о размере МСК, необходимо воспользоваться обновленным интернет-сервисом, заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Это можно сделать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи. Обновление электронной услуги ПФР связано с изменением формы документа, которая содержит указанные данные. Так, если прежде такие сведения предоставлялись в виде справки, то теперь в виде выписки.